Всем привет, дорогие друзья! И я считаю, что нам не нужно сейчас сохранять какую-то интригу, потому что по названию, по превьюхе, по всем нашим соцсетям и так уже понятно, что я купил себе новую тачку. И мой выбор пал на Toyota Supra. Yo, is that a Supra? Это вот спортивная машина. На ней надо ездить, как на спортивной машине. Да, теперь я счастливый владелец совершенно новенькой Toyota Supra. Я купил этот автомобиль с пробегом 1500 километров. Первое. Почему Toyota Supra? Потому что я еще когда был школьником, сидел за школьной партой, все, давайте будем честны, налимонивали на Supra 80. Но тогда еще знать не знали никто вообще, что будет еще одна Supra. Но Toyota нарисовала в то время еще супер крутую тачку, которая называлась Toyota FT1. Она мне визуально капец как понравилась, но там что-то пошло не так, это концепт-кар, эта машина не существует. И все-таки дизайн этой машины остался, и я очень хотел, когда вырасту, грубо говоря, купить такую машину. Немцы, японцы, BMW Z4, который я BMW, если что, напомню, всем терпеть не могу, можете меня херачить в комментариях. Вот так вот, да? Я понял, Богдана не любят, значит. Богдан такого не прощает. Это BMW. Меня это удручает. Многие порадуются, что я ее себе купил. Здесь, в салончике, все BMW. Рычаг. Я это оставлю в ЧБ. Извиняюсь, икнул. Рычаг КПП, BMW. Вот эта шайба, BMW. Вот этот экран, BMW. Здесь все BMW, даже вот эти кнопки BMW. И меня это скорее удручает, чем радует. Но, возможно, я это полюблю. Я не отрицаю нифига. По факту, первый раз я Супру увидел. Первый был обзор на Ютубе Кости Академика. Там была желтая Супра, он про нее много чего интересного рассказывал. Кстати, прямо сейчас у Кости Академика проходит розыгрыш Tesla S-Plate. Вместе с Тинькофф устраивают розыгрыш. 2,1 до соточки. Разгончик. Прикинь, только нажал и пью, все, и полетел. Разгон лютейший, просто лютейший разгон. 1428 моментов. 1020 лошадиных сил. Это примерно в 3 с небольшим раза больше, чем здесь. 322 километра в час. И эта тачка может достаться одному из вас. Принять участие в розыгрыше можно с любым продуктом Тинькофф. Нужно всего лишь авторизоваться в проекте, собирать билеты и выполнять задания. Чем больше билетов, тем больше вероятность выиграть. Чтобы повысить свои шансы на победу, оформляйте продукты или выполняйте задания. 3 билета за сумму трат от 15 тысяч рублей по дебетовой карте Драйв. 5 билетов за сумму трат от 15 тысяч рублей по кредитной карте Драйв. 3 билета при покупке ОСАГО. 10 билетов при покупке каска и 5 билетов, оставив заявку на автокредит. Но это еще не все. 5 случайным участникам проекта, купившим страховку, подарят 5 бесплатных касков. Розыгрыш пройдет с 4 апреля по 2 мая и 17 мая Академик абсолютно рандомно в прямом эфире выберет победителя. Вся подробная информация о розыгрыше прямо сейчас доступна по ссылке в описании. На фоне меня бегут бегуны. Они бегут оформлять продукты Тинькофф, зарабатывать баллы для того, чтобы участвовать в розыгрыше Академика. Самое главное, что если у вас еще нет карты Тинькофф Драйв, оформить ее можно также по ссылочке в описании. Так что прямо сейчас переходите по ссылке в описании, и, быть может быть, именно ты станешь владельцем самой крутой, самой быстрой Теслы в мире. Это лучше Ягуара или нет? Мне кажется, это намного лучше Ягуара. Потому что практически новая. Ягуар, он был тоже хороший, он был ухоженный, но он был там 14-го года. Попали мы, по-моему, в 20-м, 21-м, да? То есть, ну, 7 лет уже было. Тут новая тачка. Тут просто новая тачка, запах новой машины, а сверхактуальная, блин, надежная. Блин, пойдем. Я возьму. Да, Гриша, конечно. Об этой Супре уже давно мечтал. Мне кажется, он прям ее так хочет, как... Ягуар не пошел. Посмотри, ребята, это не Toyota, я вам хочу сказать. Это на самом деле... Не надо так говорить. Верни. Это BMW. Это Toyota. Ключ от BMW. Ключ от BMW. У кого есть BMW, посмотрите, вы поняли. Это BMW Z4. Блин, у меня сердце так стучит. Да, это единственная возможность купить BMW, как бы, и сделать вид, что ты купил Toyota, кстати. Дизайн у него явно сногсшибательный, чисто тойотовский. Да, дизайн классный, мне нравится. ГР написано. Что значит ГР? Гриша. Правильно! В точку, спасибо.
Меня уже все хотят ее купить, как бы ты будешь покупать или не будешь? Я буду покупать. Даешь 1 000 000 рублей? Так. В течение месяца заработаешь еще 4, если заработаешь. То машина тебе достанется, считай, за сколько? 5. Все. А если за месяц 4 не зарабатываешь, то либо 1 000 000 рублей это сгорает, и ты с машиной просто прощаешься. О, как. Либо уже можешь купить ее туда уже на 1 000 000 дороже. В тот момент, когда мы пожали друг другу руки, все закрутилось, завертелось, просто телеграм, продажа машин, привоз из Армении, привоз в Беларуси. И мы это не снимали, потому что, обратите внимание, сколько тачек у нас в телеграме продалось, сколько денег мы на этом всем заработали и сколько, ну, реально серия вышла на ютубе про эти машины. Вот сейчас она просто стоит на учете, просто, ну, просто я поставил на учет, вот у меня абсолютно стандартные номера S157MV, ну, что это такое, ну, это никуда не годится. Так вот, фишка в том, что у меня есть вот такие замечательные номера. Супра – это мой шаг вперед, это шаг в будущее. Мои ХВС 3/4 номера, кстати, Пасха скоро, вот, остаются в прошлом на автомобиле, который я тоже в прошлом любил на Range Rover и люблю этот автомобиль. Короче, все, эти номера остаются в прошлом. Да здравствует новая эра. Да здравствует новая жизнь. Заметался пожар голубой, позабылись родимые дали. Это теперь мои новые номера. И надеюсь, что мои кореша тоже будут ездить на этих номерах. А, зрители еще спросили, вот поменяй сюда. Номера. А еще, кстати, можно я отвечу на комментарии? Все такие, а что ты Жекичу не отдал номера? Что я должен дать? Я их купил как бы, ну, за свои деньги. Ну вы что, камон. Как бы это мои номера, они мне нравятся. С чего я вдруг должен их отдавать? Они мне нравятся, они красуются на Range Rover. Все, 3/5 наши настоящие и будущее. 3/4 в прошлом. Будете видеть на улице Супру, 3/5 красного цвета, знаете, что это я. Всем всегда респектну, всем привет передам. Что мне не нравится, что вы сейчас все можете обратить внимание, это то, что номера выглядят как забор спереди. Ну, как бы с этим ничего не поделаешь. Сюда их не поставишь. Здесь радар у нее стоит на все эти адаптивные круизы, на прочее. Сюда номера ты не поставишь никак, потому что здесь крюк буксировочный. Если учесть, что это BMW, это... На всякий случай нужно, чтобы был в доступе. Ниже сейчас не поставишь, потому что здесь парктроники стоят. У нас будет целый ролик про прокачку этой тачки. Я расскажу, куда мы перевесим номера, какая она будет выглядеть, какие мы купим на нее колеса, какой купим выхлоп, стейдж, дизайн. Это все будет отдельная серия про эту тачку. Что делать с ней дальше? Нужно, конечно же, поспрашивать у людей, у кого есть такой же автомобиль, или который хоть как-то понимает, что с ним делать, потому что Toyota Supra – это не просто автомобиль, это полотно для того, чтобы сделать что-то свое, крутое, уникальное. Мы, недолго думая, сделали что? В игре ты можешь гонять без всяких правил, но в жизни будь внимательным на дороге. И пристегни ремень. Но я на Супре, если честно, кстати, не ездил. Тоя, 3/8 и лужи, это просто, блять. Было и смешно, и грустно, и такой, да ёбан, вот, хватит машины разбивать. Ощущение, как будто меня собираются запускать в космос. Таких машин сейчас нет в рынке, в принципе. О, здорово. О, привет. Здорово, блин. Здравствуйте. А я тут машину просто продавал, Смотри, тихо. Вот, там вот наш спорткар стоит, на моечке готовится. Сейчас его намоют, и мы в ночь сейчас поедем кое-куда веселиться, дубасить и навстречу приключениям. У тебя очень смешно номер висит передний. Я же говорю, забор. Я это называю забор. Мои малышечки Супры на данный момент 1500 километров пробег. Я думаю, что куда-сюда обратно скатаемся, будет, конечно, чуть побольше, но я знаю точно, что это определенно тачка с самым маленьким пробегом, который я когда-либо покупал. Я знаю точно, что я за ней буду ухаживать, несмотря ни на что. Я даже подготовил. Come on, Jeffrey, you can do it. Pave the way.
Я себе купил очиститель поверхности радиатора от компании Lavr. Lavr – это российский бренд автохимии для ухода за автомобилем, причем как за двигателем, так и за кузовом, и, конечно же, за салоном вашего автомобиля. Причем выбор полезных средств просто гигантский. В моем случае это профессиональное средство для очистки сильно загрязненных поверхностей радиатора системы охлаждения, кондиционера и интеркулера. Я его специально купил, потому что он мне обязательно пригодится после дальней поездки в Сочи. За 5 минут расщепляет въевшуюся дорожную грязь, всякие соли, следы насекомых, потеки антифриза и так далее. А самое главное, что продукцию Lavr вы можете купить во всех доступных, крупных, известных вам маркетплейсах и на сайте lavr.ru вы можете ознакомиться с их ассортиментом. Поэтому все ссылочки в описании. Переходим, покупаем и ухаживаем за вашим автомобилем. Ой, у меня это закрыто. Полям на встречу приключениям бегу, время треба положить и быть все время на... Вот бы нашу фуру сейчас встретить на дороге, да? Было бы прикольно. Ну что, 2 часа, полет нормально, едем. Сразу скажу, не обращайте внимания на номера, что они старые стоят. Просто мы в Сочи рванули чуть раньше, чем доехали до ГИБДД. Вот, но поверьте, мне это того стоит. Я, короче, думаю, надо где-то тормознуть. Воронеж мы проехали. До Ростова еще далеко. Я думаю, ну наверняка же есть какие-то неплохие населенные пункты, типа, ну, по пути. Значит, нашелся один, у него великолепное название, называется Верхний Мамон. Гражданам Верхнего Мамона, мамоновцы, передаю вам привет. Вот, и возник вопрос, может быть, тормознуть там? Костя говорит, не надо. Костя говорит, не надо, там, говорит, тебе будет плохо. А я, наоборот, думаю, а вдруг мне будет там хорошо? Есть только один способ проверить. А перекусить нет желания? О, мы в Верхний Мамон не поедем. Чего? В Верхний Мамон не поедем. А там нет заправки с сотым топливом. А одноплатки есть. Да, блядь! Дай хоть запечатлю, покажи, где. Верхний Мамон? Да. Вот, пожалуйста. Блин, круто. А находится, знаешь, это где? Вот, смотри, показываю. Респект мамоновцам. Мне кажется, это, знаешь, Верхний Мамон появится в нашей истории хайлайт. Ну, то есть, это где-то вот на уровне Жора и Вова, Верхний Мамон. Это, сука, заправка! Мы здесь, Жора и Вова. 34 рубля дизель, слышишь? Да нихуя же нету, вокруг нету ничего! Где живут Жора с Вовой? Так хотелось, блин, попасть в Верхний Мамон. Может быть, как-нибудь в следующий раз. Во! Отель «Эмиль», эвакуатор «Автосервис». Вот. Отель. А вот это рядом не отель? Вот это, я думаю, это и есть вот этот отель. Не-не, вот рядом. Вот это? Ну. Мне кажется, вот это отель «Эмиль». А вот это кафе «Шашлык» написано. Супра настолько уникальный автомобиль, она помимо того, что спортивная, безусловно, быстрая, она еще как бы в целом и комфортная. У меня машина максимальной комплектации, и здесь есть, внимание, адаптивный круиз-контроль. Я нажимаю Safety System, все включено, распознавание пешеходов, удержание полосы, и нажимаю на руле адаптивный круиз-контроль. Смотри, видишь, мы выезжаем, оп. Причем сколько я могу руля нажимать. Можно насчитать достойным результатом? Ты лентяй. Ты имя флешку жалко. Ну ты лентяй. Ну вот прикинь, технологии до чего дошли. Ты сидишь в спортивной машине, она сама едет. Сама рулит. Сама вообще все делает. Прикинь, вот, сама шишковать еще. Вот начала. Бы она сама боком начала ездить. Ух, вообще, вот это было бы весело. А что, идея? А когда ты хочешь жестко, короче, газануть, ты берешь, выключаешь этот safety мод. Вот так вот берешь его, выключаешь. Распознавание пешеходов. Нажимаешь вот сюда, вот на вот эту кнопочку, вот так вот, шпорт. Вот так вот воткнул, выхлоп, все дела и... Я поеду в Сочи, на морской песочек или Сочи. Нравится нам. Я на самом деле еще, знаешь, чем похвастаться хотел? Ну. Вот ты едешь и нифига не видишь, что у меня есть. У меня есть проекция в тачке. А теперь зацени, насколько она огромна. А, нифига себе. Я даже не видел. В целом монитор. Можно самолетом, можно...
Короче, мы проголодались и решили заехать в местечко, в которое мы уже заезжали, вот, которое мне советовали. Это вот по пути, по дороге, уже после Краснодара есть харчевня. И прикиньте, что узнаем, что мы в этой харчевне были ровно 2 года назад. И пусть мне еще хоть кто-то скажет что-то про глобальное потепление, потому что мы сейчас едем, зеленая трава вокруг, я в футболке, вообще ни разу не холодно. А ровно 2 года назад, также 24 марта, мы ехали на трехойке, и было вот так. Холодно, снег лежал. Ах, не успел зафиксировать, там и пятна Е60, закусывайся, Гриш, закусывайся. Оно мне надо. Владельцы BMW, запоминайте, надо брать Toyota. Он закусывается с нами, слышишь? Ты серьезно? Toyota грязи? Ух ты, нет! Давай, Гриш, души ему, у него мотор раньше ляжет, чем он тебя обгонит. Давай, на измор его бери, на измор. Я не BMW-шник, я не поеду. Не буду с ним закрыть. Гриш, самолет обгоняет, господ! У них какой-то ребрендинг, походу, произошел. У меня тут уже на фотографии есть. А, да? Я думал, это вот, ребрендинг. Вот, смотри. По ресторанам тебя найду и потеряю по ресторанам. Да я очень сильно устал. Мы остановились один раз покушать, один раз передохнуть на часик. Нон-стопом. Супра здесь, мы в Сочи, идем спать. А впереди еще 3 дня и 3 ночи. Я готов расцеловать город Сочи за то, что свел меня с тобой. Я назову нашу поездку 24 часа челлендж провел в своей новой тачке, потому что как еще можно с ней познакомиться хорошо? Это, конечно же, поехать в дальнюю дорогу, и ты тогда сразу прочувствуешь вообще все. Потому что, когда я ее покупал, я ее купил просто за название, а теперь я могу хоть что-то рассказать. Во-первых, это выхлоп. Выхлоп у этой тачки, я считаю, более чем достаточно. Давайте сразу, вот как пластырь возьмем, сейчас вот это вот оторвем. По поводу BMW-шной рулежки, она восхитительна. Все, больше ничего говорить не буду, потому что, ну, прям действительно, у нее очень короткая рейка, и она прям вот так вот раз, вот только чуть повернул, сразу все, она уже едет туда, куда надо. Прям супер круто, супер круто. Рулится прикольно, музыка неплохая. Так, в целом, вроде бы... Предрекали, что ты уничтожишь ситхов, а не примкнешь к ним! Я не скажу, что это бескомпромиссно спортивная тачка. Это тачка, которая и на каждый день хорошо, и на спорт хорошо, и на тюнинг хорошо. И, в общем, я доволен. После 24 часа челлендж я доволен. Видал, какой ферзь у нас еще один подъехал? Это же Сочи, город возможностей, город кабриолетов. И я такой знакомому звоню, говорю, алло, нужна тачка для подсъемов, поэтому супер сочные кадры будут из этого супер сочного кабриолета. Юр Молчанов, тебе привет большой. Это, паркуйся, пойдем дрифтить. Мы не просто приехали на СДЧ. Для тех, кто не знает, что такое СДЧ, Сочи Дрифт Челлендж. И мы сюда приехали болеть, реально болеть за одну команду, которая сейчас делает ра-та-та-та-та грязь на этом треке. Сейчас я вас с ними познакомлю. Приехали к очень популярному человечку, который, собственно говоря, и сказал, что здесь происходит какая-то движуха, суета. Ну вот, с ним вот у него фотосессия, пойду с ним тоже сфоткаюсь. Нет, это Стилов, это другой. Значит, записываю тебя пока карандашом. Могу сейчас вытереть, записать ручкой. Ты дошел? Здорово. Я так радовался, что ты едешь, что голос сорвал. Ой, да ладно тебе, брось-то. У нас же ролик про Супру. И вот этот вот человечек, когда мне говорят Супра, я думаю о тебе постоянно, потому что я такой, Супра, ты ее первый купил, ты ее первый расколотил, ты ее первый, но подробно еще, короче, все расскажешь нам, потому что... Она же не здесь, правильно? Она вот. А, вон она стоит. Идем. Я даже не видел. Да, пойдем. Я оказался первым владельцем Супры А90 в России. Please, private
Ребята, никогда Тойо, три восьмерки и лужи, это просто, блядь, никогда в жизни, нахуй. Все помнят этот мем, никогда Тойо, три восьмерки, вот это я оттуда. Я правильно понимаю, что ты ее расколотил, а потом типа по каске у тебя ее забрали, да. И ты ее сам же потом купил? Да. Они сразу говорили, типа, чувак, мы можем, типа, разницу тебе сразу и оставить машину. Ага. А я на тот момент вообще не представлял, что мне с ней делать. То есть ни о каком стрит-дрифт-свапе, ну, мысли речь не было. Не было. Вот, и в итоге, я когда ее увидел, я понял, что мне нужно ее брать. По-любому она будет моей. А что с ней делать дальше, разберемся потом. Ну и вот спустя там, вот, спустя год разобрались, и, короче, у нас теперь есть стритовая тачка, которая умеет делать вот так. У тебя какой размер? 2XL вот на мне. Давай такой. 2XL. По программе «Модный приговор». Прям не отходя от кассы. Это наши три Сильвии. S13 Рома Тивадара, S14 моя бирюзовая, S15 Рома Тивадара. Ну, она моя, но Рома на ней ездит. Картонки не смотри, хватает. Смотри, плечико, вот плечико, она. Вот, вот, вот идеально. Мне вообще топ. Давай оператора тоже оденем. Оператор – это важная история. Да-да, давай так, мы тебя сейчас пока не отвлекаем, мы погуляем сейчас немножко по техпарку, а потом у нас еще понедельник, вторник, завтра еще будем дубасить, ты еще попозже приедешь. Короче, обо всем по порядочку и прямо сейчас. Да, я надеюсь, у меня голос чуть-чуть восстановится еще. И будет скайп. Да. Правильно. Гриш, мы, короче, уже пока ты там разговаривал, все обходили. Так, там самое крутое. Самое давай, крутое экскурс. В конце, вот там вот справа. Легенды. Там Геттер стоит. История жизни. У меня, короче, Яша гонял на такие мероприятия, а у меня Яша не было денег на билет. Да, у меня денег на билет не было. И я такой, блин, ну типа как же хочется. Ну, меня не брали каждый раз. А вот теперь я могу вживую это все посмотреть. Слушай, как круто выглядит, погоди. Да, отпусти. Как круто выглядит. Пойдем. Здоров. Привет. Не ожидал. Привет. Да, в смысле, не ожидал. Автомобильная история. Привет всем, кто здесь находится. Краснодару. Передаем привет. Кентам, кентурики есть у тебя? Кентурики? Да вот кентурик мой главный. Крымску отдельно привет. Ну и бабушке. Внимание, прикол. Вот с этим человечком, который мне одолжил самокат, я его не видел лет 5, наверное. А знакомы мы были еще до всех движух, какие только возможно. Вот с кем я был? Марат, с тобой был. Встречались типа с метро с ребятами с Люблино. Вот тоже, пожалуйста, человечек из нашей тусовки. И теперь ты типа гоняешь, типа прям вот квалификация скоро. Ну я уже проехал. И как? 88 баллов. Пятером в кругу друзей ваших давнишних. Это твоя? Да. Ну типа командная, да, какая-то или прям твоя? Нет, дальше. Нет, моя личная. Поднялся. Еще что-то жалуется на жизнь свою. Мне очень сложно сейчас разорваться, потому что там как бы стоит Forward Auto, который очень нравится моему пати. Я сам сейчас стою в сайт-мастерсе, короче, и Я-то не претендую в любом случае. Не, ну слушай, все равно будем болеть за своих, потому что я же не всех не знаю. Поэтому... По старой дружбе, чисто. Конечно. Смотрю, у вас типа Приора стоит. Да, это моего лучшего друга машина. Привет. Привет. Народная тачка. Православная машина с православным джейзетом. Какого? Вот так, у меня такой вопрос. Идея была случайная. Просто кольцевой кузов валялся на палете. И было принято решение, что мы соберем дрифт. С помощью сканера засунут туда подрамник от BMW, подвеска от BMW, сзади марк. Все. Ну да, план, блядь, железный. Надежный, как швейцарские часы. Но я, пожалуй, больше не буду это повторять. Почему? Все, мне хватит. А напомни, зачем мы сюда приехали вообще? Вообще СОБР снимаешь. Ну, вообще да, но никто не отменял поддержать пацанов в такой движухе. Поэтому дрифт, квалификация. Сегодня первый день, вторая попытка. Делают облака, как говорится. Мы сейчас посмотрим, за своих поболеем. И совсем скоро вернемся к истории с Супрой.
Легенда. Легенда. Наша группа едет. Смотри, вот тут что написано, видишь? Какая машина на старте стоит, видишь? За кого болеть знаешь? У нас есть 5 машин, за которые мы болеем. Красная Приора, черная Сильвия, 3 Сильвии, которые у меня на спине, и все, вот за них болеем. Не, у нее что-то с машиной смотрело. Да, ее как-то тряхануло, и он выпрямился прям. У нас же тема выпуска Toyota Supra, поэтому еще одна машина подъехала, за которую можно поболеть. Никита Шиков, Toyota Supra. Вот она. Может, тоже выхлоп сделать? Такой же тормоз. Расширение воткнуть. Слушай, на расширениях, но у него круто машина выглядит. Да, не, вообще очень классно выглядит у него тачка. Надо на заметочку взять. Господи. Стартует же. Так не стартует, потому что ты слушаешь это. Да. Подожди. Как думаешь, Стилов это слышит? Я думаю, что нет, но это очень смешно, что в рубке судьи включили Пакмена, чтобы Стилов проехал нормально. Вот он нормально, там сотри зашло. На трансляшке ездят. Здесь Стилов и набирает скорость автомобиля. О, господа, это бампер. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Переагрессировал Сергей Стилов. Разве был контакт? Контакт был. У него, да, передний левый бампер. Вот. Где там контакт? Не было контакта. Не было контакта. Не было. Где? Где? Ну, вот он ровно в этот тычок. Да где? В смысле переднее левое колесо? Нет. Посмотрите, бампер. Нет. Газ, и вот сейчас у него там отметка. Руль даже дернулся чуть-чуть. Да. Надо запросить у участников, был ли контакт. Там кто-то должен быть на старте у нас в хотпите. Судью намыло или было? Было что? Было контакт. Я его не почувствовал, но судя по моему бамперу, он все-таки был небольшой. А развернуло пацана по собственной воле или по моей, это я не знаю, знает только он. Но, к сожалению, да, вот произошла такая фигня. Давай скажем честно, обидка небольшая такая есть, потому что есть ощущение, что ты как бы не настолько сильно коцнул, чтобы его развернуло, да? Ну да, да, так и есть. Что я даже я не почувствовал. Просто если бы я почувствовал, что я его ударил, да, я бы, конечно, это признал, но это понимаю прекрасно, но я не почувствовал этого, поэтому у меня есть, знаешь, такая вот затаилась непонятка, почему так случилось. Нам Калаш обещал, что мы поедем на Хум, ты тоже поедешь? Или ты не поедешь? Не, ну я посмотрю, конечно же, на это зрелище, стопудово. Ладно, короче, команда стритрейсеров, настоящих мужицких мужиков, к сожалению, как бы... Едет домой, да, вот. А мы едем в горы. Реально кайфую. Кайфую от того, что сейчас происходит. Во-первых, у нас весна наступила чуть раньше для нас, для свояков, потому что в Сочи уже тепло. Во-вторых, сколько крутых тачек нас сейчас окружает. И вот просто хожу, слюной захлебываюсь. GTR 35, Гочи, Чевчана, всякие Бэхи, всякие Ниссаны, пожалуйста, все здесь. И даже вот такие кабриолеты. Ради любопытства, просто если зайти полистать дрома, посмотреть, сколько стоят такие кабриолеты. Очень много объявлений в разных городах, спокойно пришел, купил. Если вдруг ты захотел купить какую-нибудь классную тачку, и чтобы не проворонить вариант, пожалуйста, на дроме очень удобно. Вот, одна единственная кнопка «Подписаться». Выбрал параметры, нажал, и ты будешь первым узнавать о том, какой автомобиль выскочил на продажу, точно успеть его купить. Я уже молчу про такие фишки, как отличная цена, как тачка от собственника. В общем, за тачкой, дорогой друг, иди на дром. Ссылка в закрепленном комментарии. Прямое включение экстренное. Вы офигеете, кого мы встретили. В первую очередь, добро. Здравствуйте. Да, привет. Самый уважаемый человек среди автотусовки в Сочи. Да вообще для нас, короче, самый уважаемый человек. В общем, мы приехали вообще на СДЧ посмотреть. Ну, вот. И давай, на самом деле кайфово. Мы болели за сайт Мастерс, ну как бы извините. Ну вот, такое бывает. Вот. Я им говорил, на Skyline надо ехать. Оп!
пачки. О, блядь. Я себе купил Супру. Это ну, вот. И... Офигительный выбор. Потрясающий. Вот, вот, и мне очень интересно услышать мнение, тем более такого профессионала, как ты. Короче, сюда. Из спортивных, дешевых, условно, автомобилей, она сейчас стоит дешево, ее можно купить. Вот они продаются, я видел, что-то по пятерочке трехлитровые можно покупать с минимальным пробегом. Так это бесплатно, в смысле, москвич стоит трояк. Ну, если так посудить, то да. Да, М2 новая, Сатан стоит, там. Привези да. ее сюда, будет вот столько, она еще урод. А эта красивая, так. легко тюнится, вот здесь на чипе выхлопе 500 честных сил. Она очень крепко едет, она классно тормозит, и у нее очень дерзкое шасси. Таких машин сейчас нет в рынке, в принципе. GR86 кусок говна в части мотора, хотя очень веселая, хорошая машина, просто без двигателя. Z-ку не купить, потому что где-то там далеко вот такая очередь. Ну вот калаш купился, но она косорукая, за 10. Ну, а вообще... Супра в доступе. Более того, их на мехе сейчас делают, тоже можно купить. Более того, следом выйдет комплектация на S моторе, а не на B. И по езде она очень дерзкая. Видел, их много разложили? Да, ну вот у меня как бы тоже чуть-чуть. Очень дерзкая машина. Но при всем при этом она честная. В плане рулежки. То есть у нее нет, знаешь, какого-то размазанности, какой-то еще что-то. То есть на ней, если хреначишь, то она все отдает. А у нее очень много зацепа с завода. В сети бытует мнение у многих, что Супра говно полное. Они что, мутки, что ли? Вот, правильно. Вот это очень хорошая фраза. Ну, в смысле? Почему она говно? Потому что это, блядь, не настоящая Тойота. Понятно, что фанаты BMW не понимают ее, потому что кого хрена на BMW налепили значок Тойота? Mm-hmm. То это говно для них, мусор. То есть, как бы, BMW это элитка, а Тойота для лохов, там, типа, ну, для колхозников, понимаешь, на прадиков все ездят. Да. Но, для народа, скажем. Да, а то, что там, ну, 2GZ у них, мы до сих пор новые покупаем и тюним по 1000 сил. Понятно, ладно. При всем при этом, Тойота сколько там машин продает? Да, вот это, у них просто философия разная немножко у компании, я считаю. Я вообще просто BMW не очень люблю, а Toyota очень люблю. И в итоге получилось так, что купила BMW и Toyota все в одном. Новые вот, Jeep, и... новые Jeep поколения BMW, лучше нет машин. Нету. Сейчас один Костя заплачет за камерой, потому что нету. Он очень большой. Господи, как я счастлив услышать. И еще сейчас Гурам где-то, да в смысле? И все-таки, вот смотри, давай 10 из 10. Вот Toyota Supra, по мнению Аркадия Цареградова. 10 из 10. Просто. Нет вопросов к ней. Слушай, я вообще не буксую в этой всей идеологии, а вот что они не смогли, а у них же есть мотор V6, смогли и сделали. Что бы ты сделал со стоковой вот Супрой, если бы она у тебя была? Вот тормоза. Мне совет, вот как человечку, который просто... Вот, тормоза, это диски колодки хорошие, то есть сами машинки у нее достаточно мощные. Ага. Хорошие диски и подвеска. Ага. Ну, ее дропнуть надо, она чуть узенькая и она как внедорожник выглядит, на да, самом деле. Да, ее нужно чуть-чуть. Дропнуть и поставить широкие диски. Ну, еще выхлоп. Звука не хватает в стоке, и мощи не хватает. Спасибо большое, что откликнулся, вот, что мимо проходящие люди смогли тебе задать несколько вопросов. Короче, не парься насчет Супры, она охрененная. Короче, можно... Просто принимай ее такой, какая она есть. Не вкладывать никакую идеологию. Вообще это никакой нет. Машина, это, вот тебе дали машину с чистого листа, как будто тебе 18 лет, это твоя первая тачка. Ты не смотрел до этого, не читал форумы и не смотрел YouTube. Все. Будет... На чистом ощущении. А прикинь, у меня какая насмотренность и наезженность на всяком дерьме. Ну, своим-то опытом, да. Вот, а она мне нравится. Это, по-моему, чисто. Давай, не придется. Без камеры тебя прокачу, давай. 5 minutes later. Шурик, неси трусы. Я это сейчас вообще, я не знаю, что сейчас было. Короче... Мы даже ну, машину поставить не успели. Это вообще другая Супра. Но я сейчас посидел немножко. В смысле, посидел не в машине, а посидел на голове. Вот. И если учесть, как эта машина сейчас едет, и то, как мы сейчас прокатились. Последняя фраза была, когда вышел из машины, что при таком минимальном количестве вложений в тачку, она становится просто каким-то космолетом. Короче, мы пришли в Святую Святых. Пришлось даже переодеться вот так вот. Вот. Потому что там творятся чудеса с разными машинами. Я считаю, нужно пойти и хорошенько... Пойдем. Хорошенько поспрашиваю. Да делай, что хочешь, конечно, мы не отвлекаем. Запускай. Слышишь, говорит, запускать. Говорит, не надо. Конечно, надо. Такого старичка нужно этот... Взбодрить сразу. Ну, капец, ты что-то знаешь, только на картинках раньше видела. Слушай, это типа, знаешь, это реально гараж какой-то... Как вот в токийском дрифте, короче. Потому что еще когда ты подходишь, там тачки стоят вообще просто такие вот они все. Здесь тоже мясо такое. Смотри, сколько. Резина сразу. Ну, подубасить, короче, о, на все случаи это, жизни. Может, это попросишь в этом пекте? Не-не-не. Мы купим, мы купим. Я не буду дубасить.
Слушай, какая тебе машина из тех, которые здесь стоят, больше всего понравилась? Угадай. Ну вот черная, Сильвия. А. Не, правда? Да. Мне по душе вот такие прям старые, знаешь, такие квадратные японцы. Да потому что они тебе по карману. Да нет, мне просто визуально нравится. Да нет, ну... Не знаю, мне не нравится. Вот это хорошо. А чё ж ты синюю-то свою продал, если вот это хорошо? А тебя это ебать не должно. Короче, почему мы приехали именно к Саше? Потому что я смотрел ролик, короче, у Саши на канале. Я его посмотрел, вообще взахлёб, не моргая, написал комментарий. Смотри, тебя, получается, можно назвать самым первым, сказать, владельцем Супры вообще в России. Да, а даже официальный пост у Toyota Russia был про меня, что типа вот Саша, у него первая Toyota. Первая Супра. Я разбиваю Супру, и это Супра. Это был роковой момент. Очень роковой. Что случилось? Можешь прям по кадру рассказать? Да, да, я это помню вообще. Только открасили, вот только свеженький. Вот, типа вчера или позавчера, ну, типа, на тот момент нанесли краску, и дождь пошел. Пешеходный переход, имеешь в виду? Да, 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 да. А я на Тое. И просто на этом пешеходном, на газу, там, сразу заезжаю. Началось. Да, и руль чуть-чуть вправо, и машину сразу просто сносит. Понятно, когда система стабилизации включена, она начинает сама пытаться что-то сделать. Да. Спастись от заноса, на газ вообще машина не реагирует. Получается, что это не шутка, типа, что из-за включенной стабилизации ты на столб намотался. Была выключена, он бы раньше разъебался. Вот это был очень важный комментарий. А можешь тоже пару комментариев дать, пожалуйста? Всем привет, с вами Никита, и я технический директор Sidemasters, наверное, так это можно назвать. Что было? Да что было, он звонит мне, говорит, блин, я тут разъебался, пи***ц, все тотал. Приезжаю туда, там стоит эта Супра вся вот такая, там смотрю, и реально бампер в реке уплывает в море. И это так смешно, если честно, было в тот момент. Она вся развалена, вокруг обломки, какие-то куски, новая машина. Думаю, блин, вроде жалко, вроде смешно. Уплывает этот бампер, это стоит, паникует, снимает какие-то истории, да, дышаться не может. Я говорю, да успокойся, все нормально, она в каске, что будет. Эмоции были смешанные, если честно. Было и смешно, и грустно, и такой, да ёбан, вот хватит машины разбивать, ну и вот так. Твои эмоции, когда она вернулась? Вот это было прикольно. Ее тут можно попилить, порезать. Тут с ней можно что хочешь делать. И мы такие, А для тебя, как для главного механа, это вообще просто дай. Да, конечно, круто было. Да. Давай так. У нас было мнение сейчас Аркадия Цареградцева ровно 2 минуты назад по поводу того, что мне сделать с машиной. Что мне сделать с моей Супрой? Ее продаешь, берешь на механике, сразу ставишь, ну, пригоняешь к нам. Мы тебе ставим. Все хуйня! Давай по новой! Колеса, обвесы, ну, не знаю, стиль, там, дизайн, случае, еще что-то. В любом случае это стойки, как Никита сказал, в любом случае это фитуку сделать, потому что на фитуке она смотрится охрененно круто. И выхлоп поставить, да и вперед. Я очень люблю черные машины, особенно там в дрифте, это всегда как-то смотрится так, ну... Опа, сфотографировал. Чтобы запомнить, кто звонил. Давай. У нас 70% внешнего вида автомобиля – это всегда диск. Так. Всегда. То есть ты либо остаешься на этих колесах, а они смотрятся неплохо, потому что они черные. Так. Да, ты просто накинь проставку. На нее сейчас даже на Алиэкспрессе можно купить кит карбоновых, знаешь, всяких там китайских штук, которые адекватно стоят. Здесь то же самое, здесь проставки, здесь подвинули. Здесь подвигаем колесо, ну так. Как бы хотелось бы занизить, там примерно голова моя, по-моему, пролезет, нет? Ну, кроссовок. Ну вот, на кулак туда залез, да. Да. Диффузоры, опять же, на них подаются разные диффузоры. Там. Хорошо, а вес Тариграсса тебе нравится? На Дарксайде? Ну, не на этой машине, не для города. Говно. Ну, это не говно, это HKS. Это HKS, но... И это круто. Но тебе не нравится? Точно не важно. Как владельцу не нравится? Нет. Что еще? Есть спойлера прикольные. На нее есть, по поводу спойлера. Маленькие утиные хвостики, как на M2, например, да, на дерево. Ну, то есть, наверное, это... Прям будет... вот он аккуратно вот так да, вот пошел. Да, именно аккуратно. Вот я, как человек, который не люблю пали, не будет считаться, что это что-то паленая какая-то история? Не, ну хорошо, возьми Сейбон, который тот самый Китай, только они просто приклеят свой лейбл там. Заяви сейчас всем, что можно с Алиэкспресса покупать обвесы, это круто. Я не могу заявить, что это круто. Ну ладно, хорошо, что это работает в каких-то местах. Слушай, это работает, если оно ровное. Все. Да? Ну, то есть, если это качественная штука, какая разница, где оно выпущено? Технология производства того же карбона, это везде одинаково. А прикол в том, что по факту так и есть. Смотри, на самом деле мы пока тут стояли, разгоняли по поводу Супры, тут целая тусовка собралась уже, какие-то машины выехали. Там... Кого я вижу? Что делать будем? Ночью у калаша. Короче, я думаю, что про Супру все услышали, про мою. И сейчас вот мы... Твоя Супра? Круто. Ты купил прям ее? Прям купил. И на перепродажу? Нет, приедь. Ты будешь ее хранить на своей парковке? Вот да. Ведь в ней почти 400 сил сейчас. 340. 340. 385. Вот Stage 2.
А, это 22-й год, да? Да. Значит... Нет, это 21-й год. Ну, 385 кобыл. Ну, короче, под 500 сил. То есть 2 500 сил, да. Выхлоп стойкий. Да, диски, выхлоп стойкий, проставки. Будет уже весело. Наверное. Я на супле, если честно, кстати, я не ездил. Ты меня... Нет, ты катал меня боком. Да. Ты понял намек? Хочется на такой машине, наверное, выхлоп, но регулируемый, потому что всегда ездить, отстреливать вот это вот на громком, наверное, не очень. Но хочется так, знаете, по настроению раз переключил и уже там с отстрелами поехал погромче. Ну, заслонка, я не знаю, здесь есть в стойке заслонка или нет, но выхлоп хочется сделать. Ох. Как говорится, 10 очень быстро набрали. Но она бодро сразу такая, оп, бочком. Стабилизировалась и поехала. Но стабилизация у тебя где-то слева там, вот левой рукой отключается. Так, конечно, ни на что не намекает. Вот тебя смотрят молодые парни, ага. И вот сейчас самое время, мне кажется, сказать им, что в городе не надо исполнять. Не, в городе стопудово не надо исполнять, это вообще уже доказано миллион раз. Надо, конечно, по-хорошему ездить на треке, трек-дни, там все дела, либо на каких-то закрытых площадках, где никому не мешаете. Вас не было, очень долго вас не было. Ты волновался, скажи, пожалуйста? Да. Давай. Скажи, не зря. Не зря? Блядь. Ну, да не, все нормально, супер, все нормально. Че, пару слов туда-сюда. Пару слов, я уже, в принципе, все на камеру сказал, тачка понравилась. Тихо, не пускай его за руль! Все нормально, там интервью дальше делай, да, иди сюда! Нет! Просто у Сани есть опыт, вы уже сказали. Саня, езжай, мы его держим! Саня, не надо! Саня, надо, Саня! Подожди, у него стабилизация выключена, стоп! Так я выключил. О, секунду. Подожди. Чиш! У нас здесь вам не кричали какая-то, что тут крики, искрикивать ваши... Подожди, ну скажи. Слушай, я-то не видел, что-то происходило. Мне машина понравилась стопудово, прикольно, бодрая, она очень круто едет, она сбалансирована, она набирает достаточно быстро, даже до почти 400 сил, она реально заметно, что там 400 сил. Ну и мы, так сказать, боком на закрытой площадочке, так сказать. У нас выключилась стабилизация. Ты в курсе, что ты первый, кто сделал это с ней? Да? Я спрашиваю. Два раза крутанули бублик, и я сделал перекладку, она сделала перекладку, я поймал руль. Мы чуть не ужадались по ребрик, я ее отловил, и мы поехали, и все. Дурно такое. По ребрик. У нас есть шкала Цареградцева, сейчас появляется шкала Стилова, 10 из 10. Ну, 8 твердая. 8 твердое. Фиксируем. 8 твердое. Сейчас я надеюсь, кто... Она на тое? Я продал, брат. Это твой процент. Армяне уже кайфуют на хуйне. Тебя довезти за сотку, кстати, докину куда-то. О, Гриш, это, они тебя отвезут за новой партией машин. Давай, он удачи. Он забыл, уехал без него. Он мне не друг, он мне брат. 100 рублей. За проезд. Я даже не знаю, что здесь, сука, прокомментировать, потому что я не могу, сука, представить, что, блядь, только что произошло. Так, а где мужики? Короче, ключи от супра, и все нормально, братцы, мы вашего отдаем. Отлично, тоже. О, еще одна, тоже BMW. Тоже смотри. Нормально подходит. Все? Да. Все нормально, за тебя все отдали. Я просто приехал в Сочи. Что происходит? Давай, брата. Москва в какой стране? Куртка бомба. Кстати, мне холодно. Давай. Снимай. Меня просто, меня раздели, у меня угнали машину просто за 0,1 секунды. Ладно, пошли найдем. Я твой супер по запаху масла найду. Газа в пол. Мотор стучит.
звучит, или мне показалось? Сейчас, да, ну надо. Вы бодро ехали, очень бодро. Газ в полу застрял, мотор застучал, и мне трусы надо поменять. Опять? Не, знаешь, на секундочку я рад, что мотор застучал и педаль газа. Только ее не говори. Вот, не, на секундочку. Потому что я понял, что это на этом сейчас... Тихо. Потому что я понял, что на этом, возможно, все закончится, и мне не придется бояться дальше, потому что не эти, вон, мужики, эти 5 километров, которые мы проехали, это были самые стрёмные 5 километров в моей жизни. Хочешь, я взорву все звезды. Пожалуйста, не умирай. А, блядь. О, боже. Вот, сука. Болт от дросселя улетел туда. Все. Болт от дросселя улетел туда. В мотор? Да. Серьезно? Да. Эй, здоровый идиот, что ты тут забыл? Ну, поршнюков, да. Окей, а по стенкам что? В целом, обошлись, судя по всему, малой кровью. Ну, видали такое, а? Болт просто в пуст. Подумаешь, ладно, мотором больше, мотором меньше. Да нет, не то что мотор, это все мелочи. Мы, может, собрались, чтобы кайфануть, получить удовольствие, понимаешь, там, такому. Сейчас я слезу пущу. Но я тебе боком чуть-чуть прокатил, но не там, где хотелось бы. Не, ну мне хватило. Я немножко признался, что отчасти... Нет, я вообще не рад, что это произошло, но немножко. Я понял, что если сейчас на этом все закончится, мне не придется страдать целую ночь. Я пострадал 5 минут. Это не вечер. Твою мать. Не-не, следующий раз я пешком, спасибо. Я теперь понял, почему любят толстых людей, это вот так просто обнимать. Ребята в ТГ в нашем пишут, что для обычного дрифтера беда, для блогера контента. Ты понимаешь, я это не радуюсь, я как бы тоже расстроен. Я сказал, почему я радуюсь. Я радуюсь только тому, что эта жесть, которая просидела 2 минуты назад, закончилась как бы. Места нет, извини, побрат. Реально стритрейсер остановку собрали. Автобуса негде встать. Простите нас, пожалуйста, простите. Это ну, действительно техническая поломка, а это группа поддержки. Она покупает машину. Припарковаться негде, честное слово. Приеду. Обещаю. Я даю слово, что я приеду еще. Ну вот, но мы двигаемся дальше, а казашка едет в сервис. Наш песня, ты постали как семья. Я вылетел с баси, фонари сразу лечу на. В смысле у тебя коробка заклинила? Блять, ну как так? Это наша запасная машина? Нет. А. Вот этот красный, который в сервисе был? Да. Это получается минус 2 машины. Я официально извиняюсь перед всеми дрифтерами, что я сегодня собрался на Ахун. Потому что на одной машине лег мотор, на второй машине легла коробка. Я надеюсь, что с Супра сегодня будет все в порядке. Искренне. Строго в голове у бату пламбе. Границы для трусов бам. Передался на айсберг. Сели широко по округам. Мы приехали на специально отведенную площадку. Мы были в VR-очках. Мы это все было не по-настоящему. Да. Здесь все у нас организовано. Есть, пожалуйста, медицинская помощь, пожарные, все. Зафиксировали дисклеймерами. Сейчас записали. Все, фиксируем. Значит, компьютерная графика. Я же говорю, в VR-очках это все было. Гриш, как ощущение? Ощущение, как будто меня собираются запускать в космос. Не, ну безопасность превыше всего, поэтому всеми ремнями чик-чик застегиваем. Получается, по-боевому пристегнуты, боевая дорога, боевая машина. Вообще все, что сейчас происходит, это все VR-очки, если что. Да. Это все не по-настоящему. Поэтому... Сказать, что я обосрался, ничего не сказать, потому что, во-первых, темно, ни хрена не видно, я не понимаю, как такое возможно. Пока Марат и Костя снимали для вас сногсшибательные кадры, один из наших участников убрался в отбойник. И прикиньте, здесь стояло человек 50, и никто этого не снял.
это моя. 33 суки, вся как моя половинка. Антон, все хорошо? Так пойдет. Скажешь, в шашки играл, под газель запрыгнул. Здесь собрались все, кого я любил. Ну, по идее, ты должен встать на капот и сфоткаться по правилам Ахуна. Это моя вечеринка. И как я понял, боевое крещение на этой горе происходит, что нужно сфотографироваться на машине с повреждениями, да? Да, 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 но желательно это... именно на том месте, где ты сделал. Есть такая традиция, когда ты на этой горе приезжаешь кататься, ты обязательно должен какое-то жертвоприношение принести. Так, что я должен сделать? Нет, это именно ты когда как пилот, рулишь, когда? Типа того, да. Ты должен что-то оставить от своей машины на этой горе. То есть... Они сами потерялись в своем же дому, говорит, куда ехать? У нас весело. Оно и видно. Это вам не пустой Питер. Ох, кажется, туман спустился. А? Туман спустился. О, тут бывает вообще облака так накрывают, так красиво. Какие-то непередаваемые ощущения, знаете, когда я 15 лет назад играл в Need for Speed Carbon, я и представить себе не мог, что смогу попробовать это вживую. Я доволен, я надеюсь, что через камеру мы смогли передать эти ощущения. Это вам не этот, не московский дрифт вокруг на каких-то эмках вокруг себя просто. Типа, когда покупают вот это вот на парковке, пятое, ешкишься, третье, вот это да, настоящий дрифт. Давай так, мы с тобой не расстаемся с зрителями. Я надеюсь, все поняли, все кайфанули. А можно немножко рекламы и просьбы, короче, к зрителям? Ну, уже начал говорить. Ну, да. В общем, у нас есть крутой мерч. Вот, сайтмастер с толстовки, футболки. Поддержит нашу команду, чтобы мы существовали, участвовали в соревнованиях. И подписывайтесь на канал сайтмастер. Короче, там мы рассказываем про машины, показываем, как мы их строим. Я думаю, вы просто кайфанете, просто переходите. Будет кайф. Вот давайте так, кто за то, чтобы регулярно видеть в моих соцсетях вот это место, видеть дрифт, напишите просто, давайте, не надо слов. Вот, если у кого-то есть свое мнение по этому поводу, пишите его в комментариях, с вас лайкос. Спасибо тебе большое за мероприятие, спасибо, что посоветовал по поводу Супра, потому что мы в первую очередь здесь собрались для того, чтобы обсудить, что можно делать с машиной и встретиться с людьми, которые эту машину хорошо знают. Я предлагаю тогда потихоньку сворачиваться, время 3 часа ночи, мы, наверное, собираемся, едем потихоньку домой, да? Всех люблю, всех обнял.